Hey, yo, всем привет, друзья! Сегодня будем тестировать новые гаджеты и новые обновления на браузерах. Вот, смотрите, такой новый гаджет вышел. Для этого надо этот, чтобы кто-то сломал стенку. Вот тут есть гром, если он целую той стенку сломать какую-то или что-то того, то точно, чтобы тут стенку сломали, только тогда это, кажется, работает. Продули, и даже я не успел тестировать этот гаджет. У меня была плохая команда. Окей, пошли заново. Вот, со мной Вольт, но, к сожалению, не умеет ломать стенки. Вот я же вчера говорил, да, что... Если будет, ну, как бы 25 подписчиков, то тогда я это сделаю. Позову своего брата, но так и 25 подписчиков нету. 11 подписчиков. Так что... Как работает этот гаджет. Я никак не могу показать что-то. Окей, тогда пока что покажу такую новую штуку по молоку. Короче, я сейчас у дядочки, поэтому... Вот эти такие штуки производят, так сказать. Ну, штуки, ну, тоже он-то разговаривает. Короче, их англия. Чуть не
Мне нужно вот то, что я вам показал, эту штуку. Вот, смотрите. Ну, он может так, перепрыгнуть не совсем говоря через стенку. Привет, 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 привет. Ну, короче, вот такого вот такого не сделать, нельзя пихать меня не достать, до которого она какой-то там чего-то или, например, там, например, если... Или, например, слабее, чем вы, например, мало банок, да, и вы хотите его уничтожить. Вот можно такое тихо сделать. Ну, сейчас опять берем Джеки и попробуем показать вам этот гаджет. Слушай, если Майк он сломает стенку, хорошо будет. Или, например, кустики на если кто-то сломает, да. Кустики не так все будет. Сломали не стенку, а сломали меня, Дашу. Ну, хотя бы кустики сломали, да, или что-то типа того. Сейчас он сдохнет. А, нет, он сдох. Сейчас сдохнет. Блин, получилось все открыть. Подождите, сколько подожди. А я сюда приду. Секундочку, подожди, подожди. Мы били двух кровных. Это у нас это не так очень круто. А да, я не понимаю, что мне делать. Просто сломал стенку, а тут не помню. Как мне здесь? Если еще Аня. А что, к сожалению, такой посылочки нет, не то, что Аня. Смог сломать. Типа, у него на самом деле есть, но просто вот, вот такой вот у него точки нет, да, какой-то матрицы. Поэтому это означает, что... Не, не грязно. Короче, это...
шумят все. Все дела еще утро. Мы практически все только что встали. Ну и мы много только что приехали, на самом деле. Дедушки. Мы только что приехали. Знаешь, я тут никто не понимает. Я уже сам понимаю. Вот я пойду в это, ну. Заход пристал. Я хочу вам показать этот гаджет, и все, ролик заканчивается. Вот все, как его можно, короче, сделать. Ну, ролик по 20-30 минут. Ну, а... Вот это, ну... А завтра хочешь ли? Нет, не кушаю. Ну, я хочу. Я плохо. Сейчас я не буду завтра, я вам завтра. Короче, вот это. Ну, как, кого это? Ну, короче, да, тут... Ай, да, интересно, сломали ли что-то? А где ты делаешь, ага, вот, смотрите. Короче, показываю, как гаджет работает. Здорово. Ха. Все, короче, возродил это. Я, короче, сматываюсь. Ну, что? Нельзя, ну, без сломанных блоков сделать. Ну, короче, вы, в принципе, поняли, как это гаджет работает. А если вы узнали что-то полезное, ставьте лайк. Наконец-то ты хотел бы... Победа. Вот, все, на этом видеоролик заканчивается. Всем пока.